Курить есть? Ты что, оглох, дед? Курить есть, спрашиваю? Курить есть? Отвечать надо, когда спрашивают. Так не просят. Ты волшебное слово сказать забыл. Ты что, больной, дед? Ты что выламываешься? Думаешь, старый, так выламываться можно? Ты не из тамбовских ли будешь? А тебя колышь, кто я? Нехорошо ругаться. Все-таки мне кажется, что ты из тамбовских. Под бабуином ходишь. Кому бабуин, а кому Валерий Станиславович? А ты-то откуда знаешь? Люди-то себя так не ведут. Значит, под бабуином. Тебя как звать? Я что, на допросе, что ли? Какая хрен разница? Послушай совета. Во-первых, перестань ругаться. А во-вторых, ты в тюрьме, паря. А в Крытке так себя не ведут. Здесь все люди братаны. Только, конечно, обратного не выяснилось. Чего? Ты что ли, братан? Все, дяша! Помоги.